Когалым-Авиа приостанавливает с сегодняшнего дня полеты аэробусов А321 на время дополнительных проверок. До того, как было принято такое решение, лайнеры авиакомпании, вылетающие из России и прибывающие, досматривали особенно тщательно. Ространснадзор проводит так называемые рамповые проверки. Проще говоря, инспекторы тестируют экипаж, осматривают борт перед вылетом или сразу после прилета и проверяют документацию. Подчеркну, что приостановка касается только А321-х, остальные лайнеры продолжают выполнять рейсы. Но в последние дни приходят сообщения о больших задержках в вылетах. Кроме того, сегодня в Петербурге с бортом Когалым-Авиа произошел неприятный инцидент. Пассажирам, которые уже приготовились к взлету, пришлось покинуть самолет. Во время буксировки сломалась стойка шасси. Рейс в Египет задержан, по данным, на эту минуту почти на 10 часов. Некоторые пассажиры решили отказаться от поездки.